Отцом. Старость не в радость. Чего с закрытыми глазами сложно завязывать? То есть для тебя это составляет как бы какую-то сложность, да? Симпани рей. Буду дать. Да, чтобы паузы не было.
целям. Ос! 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 Ос!
Чек! Ос! 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 Чек! Ос! 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 Чек! Чек! Что такое бугур? Без счета. Oh!
Ос! Ще! У Саньки большой потенциал, он бьет где-то. Какой уровень ты делаешь? Вот такой уровень. То есть еще столько сверху давайте, но давайте, если как бы биться с человеком, которого просто... Ну, потом ездит, как мы вместе едем, да? И он готовится, если едет и встретит, ну, не метр два высоты, чтобы не проиграть. Да, Саня? Что-то наверняка. Но все-таки надо какую-то коррекцию произвести, правильно? То есть, чтобы не получилось так, что... Да, что Йети не существует, как бы, а ты не уложился, как бы, в то, что необходимо тебе было сделать. Ошибка уровня, как в выполнении кадра, допустим, но максимально. И ты можешь резко с третьего и никакой не уйти место, как бы, да? Понимаешь? С первого на второе. Уровень. Каджи. Видно было, чтобы ты не затерялся где-то сзади, там в истории где-то далеко-далеко, и тебе потом никто никогда не вспомнил. То есть пусть ты будешь, ладно? Могуры, каджи. Есть такая штука, что, допустим, человек, который
настроить руки, то есть определенным образом, да, и накладывают иногда отпечаток на творческих людей, которые всегда ищут что-то новое, пытаются это притворить в жизнь, что когда они в игровом состоянии, вот с этим они тебя делают, да, другой стоит, то есть руки стоят как поединки. Ну, можно же руки держать, я постоянно говорю, нужно руки держать, я себе каждую секунду, в каждом поединке, на каждом соревновании говорю. Но никак нет. Есть техника, у нее определенные особенности, требования, и нужно их соблюдать. Если руки должны чуть пошире стоять, ломки не разводить, а ровненько, то есть надо так и сделать. Не задавайся особым вопросом, зачем, почему, как. Два раза, мудрый хаджи. Ос, 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 ос. Включай. Это хорошее качество, то есть ты переживаешь, значит, да?
если противник увидит, что ты волнуешься? Вот два положения. Во-первых, ты вот не волнуешься, стоишь уверенно в себе. Во-вторых, ты волнуешься такая. Когда она будет атаковать тебя? Когда я человек волнуется. Да, тогда когда он слабый, уязвим, как это можно использовать? Человек, он как бы не адаптируется, и как бы его очень легко. Это можно использовать каким образом? Можно спровоцировать как бы его нападение, путем чего создание как бы, что со стороны он подумал, что вы волнуетесь. Ну, чтобы ускорить, допустим, ситуацию, потому что надо двигаться дальше, да? Например, можно создать такую ситуацию, что вы как бы волнуетесь. Таким образом, можно в крупе заставить человека идти в определенную часть тела своего. То есть тоже показать сразу да, позицию, либо уязвимую позицию. И заставить человека среагировать на это. Я так делала, когда мы с Егором дрались, я специально опустила руку, он ударил в голову, и я ему под ноги посерегу. Это можно делать не только в карате, не только в кумите, но и в жизни. Потому что ситуации, они вот. Вроде все живете как-то, кто думал, что у спортсменки перспективный раз такая штука получится. Никто ж не ожидал. Откуда ты знаешь, что ты сейчас домой пойдешь, короче, никто тебе там по голове не даст чайник. Все что угодно можно. И ты можешь как-то эти знания, защищая себя, честь, достоинство, использовать. Как бы и до какой-то техники, которая получается опять воспрянуть духом. А
нужно упереться, то есть быть сосредоточенным. Мало ты, не сдаваться. Шесть! Шесть! Ос! 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 Шесть! Шесть! Нужно быть упертым, когда делаешь прямо вот упертым, во что бы ты ни стало, несмотря ни на что, прямо вот идти, несмотря ни на что, вот делать свое, делать, 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 вода камень ночью. То же самое с начинателем. Хаджи, Мугуна. Ос! 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 И перейти. Ос! Ос! Ручка вперед. Ос! Ос! Она выполняет определенную... Че! Че! Ос! Ос! И прилично включаем. Ос! Егор, мы сделали с левой ногой вперед. И чем это закончится? 1-1. Нет, это закончится тем, что потом будет 2-2, потом 2, там 3-3-2, 4-2-5-2. То есть выживет сильнейший, но зачем нам здесь выживать? Мы сюда приходим, чтобы научиться чему-то, правильно? Иногда вот это повышение голоса можно использовать для того, чтобы человека поставить на место, чтобы он дальше продолжал ходить, тренироваться, слушать. Как бы, да? Докричаться до него. Потому что устал, то есть тоже так можно использовать.
Понял смысл? Ос. Делай уровень, не ошибайся. Анна. Какую штучку нашла? Это Коля Зуб, наверное. Коля. Что? Коля Зуб, тебе вообще нет. И продолжай дальше. Уровень, каждый. Два раза нам надо сделать. Ос. На одной линии стоял, а ширина пояса была. Вот можно таким образом. Так, так. И чтобы это была не кася, такая чуть-чуть растянутая, отвлекаешься немного. Ты потом бросишь, когда слишком высоко уже это самое, тебе бы не снизили, никто не стали, начали поднимать, делать как бы такой уверенный.
время сидит, ты потом бросишь. Потому что и в этом тоже не получится. Потому что ты не делаешь. Не отвлекайся. Сосредоточься, Лена, сосредоточься. Заметьте, вот у них руки как стояли, кроме двоих человек. То есть, так и стоят. Какой еще критерий мы смотрим в позиции в этой стойке? На что мы обращаем внимание? Ширина ног. Что еще у нас, Егор? Бедра и... Длина еще тоже, да? Присутствует. То есть она должна быть необходимой. То есть не коротенькая. Пониже сидите, и вы уже с общей картины техники, которую вы выполняете, не экзамен, не каката, это даже не 10%, это процентов 20-30. Ниже сядьте, если у вас бедра, там, плечи, как бы, ну, во-первых, заставите их тоже работать, потому что сложно не делать плечами бедрами, это низкий стой. Но красота будет намного лучше. Ич. Ос. Ос. Толя, чуть-чуть подлиннее стой. Еще один критерий, это не стоять, то есть центр тяжести, если вот взять его, не на правой ноге здесь, вот, а чуть-чуть центр тяжести смещаем в сторону передней ноги, вперед или немножко. Саня, ноги согни. И не так широко. Поможем сделать. Центр. Это длиннее, а уже это...
стоит кисть, а мы сейчас тратим время, стоим в стойке. Ноги устали, дальше мы будем коряво делать это все. Перестань сокращаться, не отвлекайся. Клюку руку повыше. Дзинкуцудати переходим и дзинкуцудати. Сотую руку. Ич. Смирение. Ос. Маленький вопрос. Два положения показываю, когда мы делаем сотую руку. Мы замах делаем сюда, вот так вот, отсюда. Или все-таки отсюда? Отсюда. Вот отсюда надо его и делать. Замах, когда мы делаем, кулачок, локоток ровненько должен быть. Да? Горизонтально. То есть, ровно горизонтально. Ручка где-то на расстоянии кулака. Кулак, два. Покатай. Ос. Здесь плечо однозначно. И таким образом, чтобы локоть стоял вперед. Сделали. Второй точно так же, с этого же положения, а не так, что вы сделали сначала так, а второй просто сделали. Оба должны быть от начала до конца. Вы знаете, где начало, где конец. Ич. Ос. Только дальше назад. Ос. Только что обсудили это, если отводи назад. Сон. Ос. Ос. Молодцы. Почет тут делает. Щет! Щет! Разбиваем на несколько щитов, чтобы четко запомнить действие начала. Делаем замах. И поворот стопы сделали, да, не забыли? Ос. Делаем переход. Локоть здесь назад должен стоять, назад, назад, больше. Сон. Ос. Ич. Замах. Мы два раза делаем блок. Анна, молодец, правильно сделала. Алена повторила. Локоток. Алена, Айсей, подальше туда, назад. Назад он должен, не в сторону, а назад. Не в сторону туда, где стадион, там, тех, кто пошел, а в мою сторону, сюда, назад. Ич. Ос. Ос. И вот с учетом этого надо замах туда дальше делать. Как хотите, крутитесь так, чтобы он назад туда был. Ич. Ни. Сон. Ос. Ич. Ос. Ни. Мы здесь должны сделать два раза блок, да? Мы делаем замах. Ич. Ни. Ич. Ни. А не так, что ич. Ни. И потом правой рукой. Ич. Ни. Мы два раза делаем одной и той же рукой блок, правильно? Ос. То есть вот мы пытались пройти туда-сюда, не получилось. Мы будем еще ходить раз. Туда и сюда. Сосредоточьтесь. Один кто-то сбивает, тот, на которого привыкли смотреть, потому что он пропускает. И все сыпется сразу же. Ич. Сделалось. И теперь шаг вперед делаем. Ич. Локоток выше. Собрались. Ни. Сон. Ич. Замах. Саня, локоток должен дальше назад, а рука твоя должна кулак около уха, в районе уха быть. Кулак в районе уха должен быть. Вот сюда назад.
Oh!
игрушки работают. Шесть! Шесть! Ос! Ос! Ос не все говорят. Ос! Тяжело ос! Это делается. Ос! Ос! А это сбился немного. Шесть! Шесть! Наура? Ос! Когда мы становимся, выходим с той позиции судаки, какой мы надо назад? Сразу же переходим в санчин.
сразу же и два раза молоты. Вспомнили сразу сочин, как молоты делаются. Юпочек, я согнулся. Встанет и стал. Тяжесть проблем, уроки, английский, ориентирование. Подкидывай в сторону, все не нужно. Расправь свои мощные богатырские плечи, выпрями весь свой богатырский рост. И хаджа. И чш. Раз. Стоечку проверили, чтобы задняя нога не смотрела вперед. Стойки не санчик, как бы. Широкая стойка, широко ушел. Ич. Ос. Ос. Надо, чтобы вы уже машинально делаете, как бы, а не думаете. Когда туда-сюда, это думаешь, либо отвлекся. И то, и другое недопустимо у хорошего соревновательного спортсмена, если он считает себя таким. Ич. Ос. Ос. Ще. Без подпрыгивания вверх-вниз. То есть стремительное перемещение. В ту сторону, значит, ты должен туда пройти, повернуться, второй раз пройти, повернуться, а не. Понял? Ич. Ос. Ос. Ще. Ни. Ос. Ос. С небольшой часткой стоечки. То есть перешли туда, раз перешли, потом раз. Раз, фиксируйте стоечку, ладно? А не так, что как бы раз и сразу же пошел в ногу. Такая. Как будто человек, на котором язык замерз, он там говорит что-то, такой, сразу так поправит, ничего не поймет. Ич. Раз. 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 Ще. Помните, мы технику делали? Ич. Ни. Сам. Ну, фиксировали же вначале, да? Было такое явно выраженное хорошее качество. Сделайте здесь его точно таким же. Ич. Ос. Ос. Ще. Вот, сделать небольшой акцент на этом. Сон. Ос. Ос. Ще. Стоечку проверили. Вот сами болтаться начали. Ровненько стоять надо. Прикашу одежду? Точно. Смотри, это богатырем не станешь никогда. И то же самое, но в капуцу дать. Сразу же подумали, в какой стоечке, как это выглядит, ширина стоечки, то есть длина стоечки. Какой ногой мы делаем заступ? Справитесь? Ос. Ос. Ич. Ос. 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 Ще. Ровненько зафиксировались к ним. Заступ сделали, повернулись, заступ сделали, повернулись. Поворот, шаг, зафиксировались, заступ сделали, повернулись, зафиксировались, заступ сделали, повернулись, зафиксировались. Покатаемся? Вас. Но не смазываем все это, чтобы за ними не было. Ни. Ос. Ос. Ще. Чтобы отчетливо было, что вы переходите, а не вот сокращаете, как бы, как технику. То есть пример простой замах. Не сокращайте в сторону улучшения как бы своего положения. Это же не работа в самом деле, да? Это праздник души. Ты посекай простого, это праздник души. Ты приходишь, улыбаешься, тебя бьют, а ты такой единственный вид спорта. О, классно, молодец, давай, сильнее бей, еще сильнее. По подушкам, когда там все это делают, да? Где-то видели в каком-то виде боевых искусств, где-то подобное. То есть это праздник души, это здорово. Это, блин, самая великая штука после сотворения Архимеда Мучебя. Это здорово. Сон. Ос. Ос. Ще. Молоты. Ще. Ще. И пошли вперед. Ич. Ос. Ос. Ще. База начинается. Не фиксируйте заступ. Ни. Ос. Ос. Ще. Сон. Ос. Ос. Ще.
же самое, но с блоками. Майка, это враги. Майки! Все! И с гыном враги. Каждую технику по два раза сделать. Что мы этим добьемся? Что вы будете фиксировать. Я должен создать ситуацию тогда, когда он не хочет делать спортсмен, заставить его фиксировать. Мы сделаем дважды. Вич! Что сделали вперед? Ос! Ос! Два! Сосредоточься! Не дальше надо сразу же за спину сделать. Ос! 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 Все! Прибавка из за спину делайте на носочек. Ич! Ос! Вперед и стойку заваливаешь, чтобы назад, а сама вперед, центр тяжести вперед перемещается.
будет сложно это делать. Наура, летом сюда становимся. Ос. Так, мы сделали. Как вот сюда еще чуть-чуть в эту сторону сместимся, давай. Смещаем. На барьер. Не было такого чувства.
Попробуй свои идеи. Ос. Дайте. Ос. Майки добра. Ей. Майки. Ше. Задача. Сделать то же самое, что мы до этого делали. Так вот сюда эти переходы. Но сделаем небольшой акцент на том, чтобы передней ногой сделать майгири один раз и блок два раза. Чтобы так жесткачно делать такой сильный. Покатай. Ос. На один счет, одно перемещение. И ос, ос, ос. Не. Тут надо было сразу же мамотой сделать. Мы же мамотой делаем там, да? Ос, щек. Ос, щек.